Я за последние несколько лет, ну, очень активно последние 5-6 лет, я практически хотя бы по одному разу побывал во всех городах Молдовы, ну, на встречах с избирателями, и во всех крупных селах страны. Ну, сотни и сотни встреч. Всегда на всех встречах, без исключения, я задавал один вопрос. Ну, кроме других там. Уважаемые граждане Молдовы, уважаемые друзья, вы хотите избрать напрямую депутата? Все говорили «за». Я им говорил, что когда у меня будет возможность, я буду продвигать идею, чтобы 50% избирали по партийным спискам, 50% люди избирали напрямую. Более того, это написано в 2011 году в моем выступлении, когда меня избрали председателем партии социалистов. Более того, в 2014 году на выборах парламентских у нас это было написано в нашей платформе. То есть мы последовательно все это продвигали. Что это означает, чтобы понимали люди, о чем идет речь? Речь идет о следующем. Что такое смешанная система? Потому что очень много говорят, и никто, ну, не все понимают. Это означает, что 50 депутатов из 101 избирают по партийным спискам, 50 депутатов люди избирают напрямую кандидата из своего района. Кроме этого, я выступил с инициативой, чтобы часть этих мест отдали диаспоре и Приднестровью. Потому что в диаспоре и Приднестровье у нас проживает около 1 миллиона наших граждан, и они должны быть представлены. Конечно, если бы демократы не выступили с одномандатной системой в этом году, я бы эту инициативу не запустил. Так вот я хочу бы выяснить, вы считаете, наша страна сегодня готова к идее смешанной системы? Я считаю, что у нас другого варианта, чем смешанная система, на данном этапе нет. Для нас было принципиально важным остановить систему Плохотнюка одномандатную, и мы ее остановили. Вот этой нашей идеей, этим нашим шагом. Поэтому я думаю, что этот шаг был сделан сейчас вовремя. И задача была одержать победу над тем вариантом, который предлагала Демократическая партия. И мы эту победу первую одержали, потому что демократы отказались от своей идеи одномандатной системы. Сейчас посмотрим, что будет дальше, ко второму чтению. Осталось еще месяц-полтора, будем очень внимательно следить.